Анатолий, щипков не будет защиты по традиционно принятому муай-тай, но будет, наверное, такие специальные чулки. Они не являются защитой, но, скорее всего, предохраняют вот встречи по стечению. Что чревато предстановкой будет. Это не является защитой. В Ютубе, я так понимаю, вы просматривали друг друга концерты. Если спортсмены просматривают поединки, то вы просматривали друг друга концерты, да? С одной стороны, а с другой стороны, это может казаться моей сильной стороны. А вы тренировались вместе в одном клубе? Вы знаете друг друга как бойцы? Нет, это исключено, на самом деле, если вы прекрасно осведомлены о том, что никто не будет раскрывать карты раньше времени, и даже в своих съемках мы с вами валяем дурака, никому просто не показывает то, что можно делать на самом деле. То есть прежде времени никто не будет раскрывать все заготовки или какой еще элемент ведения боя. Мы, скажем так, находились в одно время, это было только, что называется, для съемок. Мать его состояние, это его изучено клиент, тренируется уже продолжительное время. Следующий ваш соперник, я так понимаю, Филипп Киркоров? Ну, я думаю, если Райтер потянет, да, и Филипп согласится. Это дорого. Для файт-кода нормально, нормально, для файт-кода будет здорово. Им бы с Крисовым нравится. Леша сказал, что у него золотые дорогие зубы. Многие думают, что это шутка какая-то. До сих пор никто не верит, что бой-бой, да, это не шутка. Баловка, шутка, да. На самом деле, просто надо зарубаться. Литра. Литра. Литейный. Я самому интересно. Самому очень. Вопрос еще, пожалуйста. Предложение какое будет, Сергей? Вопрос. Раньше любой пришедший на бои мог попадаться. Сейчас прежде всего, как бы, мы продолжаем быть, развиваться в этом направлении. Да, мы выбирали любого желающего из присутствующих, но поскольку у нас был закрытый клубный формат и присутствовали такие мало людей, но сильные миры, известные, богатые, влиятельные и так далее. Поэтому, в принципе, Рубаку Парень развивается уже довольно давно в проекте. И вот эти люди, медийные личности, да, они как бы давно имели желание, они параллельно нашему движению, многие из них используют наши площадки, методики переговорочного процесса, тренируются, наверное, находят что-то для себя, чтобы быть еще сильнее. Еще. Это, наверное, из проект возможно для сильных людей стать еще сильнее. Вот я бы так вот характеризовал. Изначально, значит, проект был инициирован клубом Чину и Серегой Пахоменко, Серегой Бумер. Много людей на самом деле представители шоу-бизнеса, они участвуют на проекте. Серега, Владимир Пугач, да? Виталий Карпа, многие другие. Но как бы до этого момента мы не видели, наверное, делать бой между этими людьми, действительно, рисковать их лицами. Это имеет смысл только, когда серьезный проект, большая площадка. Поэтому они рвались в бой, многие из них мы их не выпускали. На сегодняшний, на данный момент мы думаем, что файт-код — это то мероприятие, в рамках которого можно провести такой бой. Между корреспондентами следующий бой можно сделать. Алексей, ты заявился? Да. Мы посмотрим твою кандидатуру. Мы будем развиваться в этом направлении. Мы будем давать такую возможность проявить себя. Я хочу сказать, что это сильные люди на самом деле. Они заслуживают уважения. Я и мои товарищи, мы отдаем дань уважения им и их лицеру, и ладовскому шоу, эстраде. Многие думают, что там так легко, и все им дается. Там никто им не дарит. У них очень большая конкуренция, борьба там за рейтинги, что-то. Вот. Но, наверное, там жарко, не менее жарко, и у нас, чем в Риме. Друзья, еще вопросы, пожалуйста.
Еще, может, есть желающие в следующем бою выйти против победителя? Павла Сыроенко, не важно. Ну, против победителя, еще никто не знает, кто будет, но вот. А вы расскажите в двух словах, как вы будете настраиваться завтра на бой, вот в течение всего дня? Настраиваться в течение всего дня, ну, в общем-то, с мамой тренерами договорились, что где-то часа 4 собираемся, разминаемся, тянемся, тренируемся. В общем, ну, как бы, потом где-то, наверное, будет такая получасовка, то есть уже ближе к бою. Полчаса просто посидеть, поговорить, и после этого можно будет идти в больницу. Что касается меня, то у меня по расписанию сауны, массаж, здоровый сон сегодня ночью и завтра днем, плюс легкая тренировка на лапах, это примерно в районе 5 недель. То есть просто безусловно продышаться и тренировка, нанесение логотипов партнеров, ну так и не убьем с тобой входы. Девушки приглашают. У меня просто, наверное, не сильно как бы здоровый сон ночью будет. Я постараюсь уже как-то утром днем отосваться, потому что еще сегодня два выступления. Может, так что... Спала, потом сразу на гора. А где концерт? Реклама сразу. Да ладно, что там, я думаю, вот так. Здесь рядом недалеко еще в этом чудном клубе. Не будем халявную рекламу выдавать. Пожалуйста, друзья, еще вопросы? Еще хочу вас подметить. Все-таки это уже подготовленные байки, да, они готовы к серьезным клубам, у серьезных мастеров. Мы не хотели бы, чтобы хотим пожелать им удачи в бою, но и прежде всего хотим пожелать им, чтобы у них завтра получился бой. Драться умеют все. Это инстинкт, борьба за выживание, да, эмоции, вот паника, неконтролируемые дети. Мы хотим пожелать вам, парни, чтобы завтра у вас получилось наведение боя. А какие клубы представляют, это вот очень важно. Кто вас подготавливал, тренера, и какие вы клубы представляете? Ну, вот. Меня готовили клубы «Тайнир», готовил Василий Шиш и Сергей Шиманов. Что касается меня, естественно, клуб «Чинук», мой тренер Николай Лучинский и Сергей Иванович, консультант. Ну да, я говорю, что я сказал, Сережа, да, ты в другом карте работаешь. Но чуть-чуть подкорректировал, поведение. Давайте поаплодируем спортсменам, уже спортсменам. Друзья, сейчас пройдет взвешивание. Бойцов нужно отпустить. Взвешивание пройдет официально здесь.